Всем привет! А кто у нас сегодня в гостях? Вот такая интересная пилочка MPS ProfiLine. Вот. Хочу обратить внимание, написано Made in Germany. Сделано в Германии. Это имеет значение, потому что есть разница между, допустим, Metaba Германия или Bosch Германия, но сделано в Малайзии, к примеру. И именно сделано в Германии. Ну, как-нибудь об этом в другой раз расскажу, в чем разница. Вот. Значит, а для чего вот настолько заумная такая странной формы пилочка? Вот. Для сравнения, там обыкновенный вот у меня мелоки сгоревший под рукой есть. Видите, какая-то, кто шире, да? Вот. Она больше похожа, допустим, на бошевский радиусный рез больше по толщине. Если тут не так, то вот тут вот похоже на радиусный рез. Вот эта прямая часть, она нужна для ролика, соответственно. То есть для чего такая пилка, для чего этот реверсный зуб сзади, значит, объясню на пальцах. То есть представим ситуацию, что мы пилим вот так вот, и потом вот так нам надо повернуть. И вот когда мы допиливаем в эту точку и пытаемся сдать назад сюда, у нас подклинивает лобзик, он не может выйти. Вот, так вот этот реверсный зуб, он нам и дает вот так вот выйти, чтобы развернуться как-то. То есть когда вот так вот напрямую мы идем, и потом нам надо чуть сдать назад. И чтобы не мучиться, вот есть этот реверсный зуб. Значит, я думаю, имеет смысл попробовать на практике, как оно вообще выглядит, как оно работает. Еще раз, для чего пилка с таким зубом? Смотрим.